Всем привет! С вами канал Артмания. Вот так у нас начинается утро, завтрак. Давно хотела такое похожее что-то заснять. Много видела раньше фотографий, как накормить ребенка, сделать в тарелке что-то такое нестандартное. И вот, кстати, брокколи это очень подходит. Как такие некие деревья на тарелку более пошире. Вот стоят, и ему прям это очень нравится. Вот сбоку я сейчас буду закладывать такой вот тыковкой, которую потушила. Вот, хочу заложить вот тут вот. А малыш у меня, в принципе, кушает, ну, довольно нормально. Нормально. Не сказать уже, что хорошо, но он кушает. Так, ты тыкву будешь, да? Я буду тыкву. Скажи привет-привет, наши подписчики. И сейчас я буду. Скажи привет. Привет. Лайки-лайки ставьте. Лайки-лайки. Вот они какие у нас лайки. А у вас какие, покажите. Напишите в комментариях, какие у вас лайки. Такие лайки. Да, у нас такие, а у вас какие лайки? Такие. Напишите в комментариях. Такие лайки. А у нас тоже такие. Так, что-то сейчас тебе чувствую, заложу тут. Так вот. Все? Тебе вот так все. Нормально будет? Так нормально будет. Потом я тоже разоедать. И вот такой итог у нас получается. Такие маленькие радуги, радуги. У тебя там радуга в тарелке? Да? Ну-ка, у тебя сфотка. Смотри на меня. Покажи лайки, Дима. Лайки, 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 лайки. Какой красивый. У тебя ложку? Большую ложку. Большую? Ну, я уже маленькую тебе дала. Начни с маленькой, а потом будет видно. Да. Дима очень любит лук. Лук он может просто так жевать, не закусывая. Это у нас папа. Папа тоже очень любит лук. Он его прям ест, как яблоко. Кусает и все, и ест, и жует. Ну, правда, закусывай, конечно. Вот. Кто-то мне говорил, что будет, значит, любить острое. Но я не хочу, честно, ребенка приучать к острому. Ну, потому что сама пробовала острое пищу. Там теряется сам вкус пищи. Не хочу, чтобы он это пробовал. Фу-ф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 у-
самого рождения, кстати, как-то маленький еще был, нам нужно было какое-то пить лекарство, а оно было, потом я уже позже узнала, попробовала, когда узнала, что это лекарство что-то очень кислое, что ли, какое-то, или острое, или горькое, не горькое, или горькое, может быть, да, не помню, уже случайно потом, когда попробовала, узнала. А он, то есть я ему давала его, и запивать он не просил, спокойно его пил. И как-то так вот с самого рождения пошло, что всякие вот такие лекарства он спокойно пьет, ну, кроме, конечно, горьких, очень сильно горьких, там, когда вообще действительно просто невозможно, хочется запить. Это да, вот другие острые всякие, там, спокойно может. Да, это ты брокколи ешь, да? Как она тебе нравится, да? Ну-ка, вкусная, красивая. Ты мой красивый зайка. Ты красивый зайка. По улице вот мы гуляем с Димой. Вроде у него одежда-то для мальчика. Голубая куртка, темно-синие штаны. Это шапка голубая, да? Да. Все. И это гуляли на площадке, там папа гулял с сыном. И Дима куда-то полез, и я крикнула: Дима, Дима, вроде, не лезь туда. Но я так подумала, что мужчина-то услышал рядом со мной, стоял вроде. Там метрах трех, наверное, от меня. Слышал, наверное. И потом что-то его ребенок к нашему подходит, что-то говорит: Федя, Федя, что-то такое. А отец ему говорит, своему ребенку: это девочка, вроде, отстань от нее. Я думаю, блин, да что ж такое. А потом я посмотрела, у него шапка, и была видна челочка, и вот тут вот волосы были видны. Вот эти вот. И раз волосы видны, значит девочка. Ну, блин, ну по одежде же видно. Думаю, блин, что ж такое-то. Одеваешь, особенно летом, ребенка, одеваешь мужскую одежду. И все равно подходит что-нибудь. О, девочка, девочка. О, девочка, девочка. Да? И так всю жизнь будет у тебя с длинными волосами. Я помню, еще Женькин друг рассказывал. У него друг был. Это, у него были длинные волосы. Ну, правда, в транспорте спиной стоит. Это, выходить собирается. А сзади
мужчина или женщина, не помню кто, спрашивает, мол, девушка, вы выходите? А он таким мужским голосом, да, я выхожу. Волосы длинные, взять-то, в принципе, вообще не поймешь, так, девушка или не девушка. А спереди, так, если усы, борода, то, конечно, понятно. Да? Да-да. Да-да, красивый ты у меня, Дима. Дима красавец. Красавец. Это вам какой-то букмак получился. С болтушкой, как у меня бывает. Да, зайка? Дима у нас будет кушать. Так, мама сейчас сядет у нас кофе пить с утра. Вот. Не знаю, не привычка. Нет, я не привыкла к кофе. Обычно как-то раз очень давно я кофе пила. И однажды поняла, что у меня зависимость начинается. И я тут же прекратила пить. Прям хотелось. Какое-то время не пила. Потом снова начала, и все хорошо. Вот уже несколько, много-много-много, кстати, месяцев. Я его пью. Зависимости нет, но просто мне нравится вкус, мне приятно. Могу не пить кофе, то есть... От этого мне ничего не будет, нету такого прям хотения или там сонливости или чего-то. Особо она меня, кстати, не бодрит. Сейчас я какой-то старый свой другой. Не старый, а просто другой допиваю, который мне не очень понравилось. Девать его некуда, выбрасывать продукты я никогда не выбрасываю. Вот такое-то оно такое ароматное, конечно, но оно что-то плохо. Не такое, ну, ароматное, но не такое вкусное, как мое, к которому я привыкла. Я люблю, когда прям горький кофе. Я его пью без ничего. А там не такой горький. Кока. Да, вкусный у тебя завтрак сегодня? Вкусный. Аккуратно сейчас ты уронишь. Гречка, да. Дима очень любит гречку и геркулес. Геркулес. Да, но гречку он прям сильнее любит. Он готов ее есть. Я не знаю, постоянно, наверное. Всякий бубон, да? Да. Димочке уже 3,5. И Димочку уже, знаете, в 3,5 начинает казаться, что это абсолютно взрослый человек, с которым всегда можно поговорить. Это меня прям вообще я не ожидала. Я думала, с ребенком вот просто пообщаться на любую тему, именно вот поговорить, услышать какие-то варианты ответов, то есть на определенную тему. Дима, не машь там. Вот. То есть я думала, это где-то уже после 8 лет. 7-8, когда с ребенком реально можно поговорить. Но нет, оказывается, уже 3,5 ему уже можно разговаривать. То есть у него спрашиваешь, когда каша заканчивается в кастрюле, спрашиваешь, какую кашу сегодня будем варить. Вот он вчера, наверное, 3 минуты думал. Обычно быстро мне говорит, как будто наобум. Вчера долго думал, говорит, гречку. Вот это в основном гречка, геркулес, да, полба была. Вот мы ее докушали с тобой, да? Я вообще прям даже не ожидала. Пшеничная кашка, да? То есть кашка это у нас обязательно. Пшенка. Пшенка, да. Он ее по-другому называет. Одни еще пшенка. Еще? Ну, следующая пшенка будет. После этой скажешь, когда? Когда она закончится. Напомнишь маме? Вот. Да? Там. А, супы он особо не очень любит. Картошку он не особо. Ну, так как-то. Не выплевывает, конечно, но так. Как поменьше было, я немножко его все-таки приучила к картошке, потому что у нас картошка, ну, ее все любят. Не знаю, в кого он пошел, кто у нас не любил картошку. Я же представить не могу. Мы, допустим, у сестры, дочка, бабуля рассказывала, дала ей яйцо, не знала, родителей не было, сидела с ней, думаю, вдруг ребенок голодный. Решила накормить, сварила ей яичко, а та выплюнула, не хочет есть. Не любит, аж прям выплевывает. Что-то ребенку 2 года было, что ли. Я думаю, ну, у нас, конечно, такого нету. Яйца Дима прям обожает. Это он пошел прям в папу. Папа у нас обожает яйца, помидоры, да? Это яйца, помидоры и лук. Вот у Димы точно так же. Ну, картошку еще, правда, папа любит. Дима что-то как-то не особо. И супы Дима как-то не особо. Первый день, допустим, сваришь суп, он его съест на обед. Дима, кушай. Чё там балуешься? Ты кто? Козявка? Двухвостка? То есть первый день он съест суп, допустим, а на следующий день в обед дашь суп, он уже не хочет. То есть он как бы не то, что второй день супу, а то, что как бы опять суп. То есть он вчера был и опять этот же
суп. Нет, у меня грязь. В следующий раз я даю. В следующий раз я уже суп даю на завтрак, чтобы он его поел. Дима, не балуйся. У меня только зернёшко. Да? А ты его застёгивал? Застёгивал. Да? А чё же у тебя так расстегнулся-то? Кушай давай. Так, сколько мы там наболтали? 9 минут. Ну, у вас, короче, получится букмар такой. Как Димочка у нас кушает. Вот, кушать я кашу ему кладу очень довольно много. Обязательно я ему кладу фрукты, овощи. Но обычно это фрукты, бывают иногда овощи. Потому что их там долго варить надо. А фрукты, то есть это обязательно было там после еды. Обязательно либо хурма, либо яблоко, вот что-то вот, но обязательно. Потом уже смотрим, там, если он хочет, то печенье, там, и что-то вот такое. То есть, ну, фрукты обязательно после каждой еды. Обед, ужин, полник, то есть у нас... Кушает Дима очень-очень много, он кушает как мужчина взрослый. Мне иногда кажется так. Потому что смотришь влоги других мамочек, детей, они прямо чуть-чуть там покушают чуть-чуть кашку и побежал играть. Там чуть-чуть там поужинает кашку и побежал играть. Я думаю, надо же, как дети мало едят, удивительно. Дима там, не знаю, с самого, наверное, рождения, ну не рождения, а уже когда вот такую вот кашу он начал есть, я начала замечать, что ему мало. Стал подкладывать больше, 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 больше. Это вот сейчас, кстати, кашу он еще мало съел. Обычно больше. То есть обычно я накладываю в такую тарелку вот до краев, вот до этих каши. И он ее съедал, ему этого было мало. То есть он еще просил что-то там. Еще там какой-нибудь фрукт, овощ, да? Плюс еще это все печенькой заедал, запивал, да? То есть, хотя, в принципе, он довольно такой худенький, покажу вот свои ручки. Он вообще прям худенький. Но, несмотря на это, он кушает, ай-яй-яй, как. Сейчас еще ты маленький, тебя прокормить можно, да? А постарше ты станешь. Есть бубон, да, есть бубон тут. Да, но ручки у тебя, ручки прям у тебя сладкие-сладкие. Это бубоки узкие, это бубоки узкие, это бубоки там. Да, да, ты какой сладкий. Мимо там. Дима. Сейчас ты подавишься. Все, такой у нас с вами получился небольшой букмак. Дима сейчас будет дальше уже кушать. Анечку забыли. Сейчас тебе дам. Анечку забыли. Вот, с вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Лайки. Да, лайки покажи. Сейчас с руки шлепнется. Лайки, лайки, лайки. У тебя такие лайки. Лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь, да, с колокольчиком. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Нельзя колокольчики. Надо колокольчик. Колокольчик надо. И подписали, чтобы лайк поставили. И еще комментарий написали. Написали, какой сладкий Дима. Ням-ням-ням. Чмоки, 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 чмоки. Как ты поцелуй посылаешь? Пошли поцелуй меня. Ах ты, какой сладкий. Смотри, сообразил. Назад пойти. Ну, Женя, ну ты ж прям совсем. Скажи, папа, так нельзя, прокинешь же. Ну, сейчас он весь измажется. Засранец, папа. Так, Майя, бежишь, да? Папа не догнал. Майя, бежишь. Значит, мама испачкала.